Я просто объясню, кому в производном лучше делать сайдстеп. Вот он, например, идет лево-лево-право. Лево-лево-право. Только без остановки прям пошел. И вот сайдстеп, смотрите, я, в принципе, тоже могу сделать низкорослый, а с высоким. Но я не всегда ловлю правильный баланс, потому что это максимально быстро происходит. Я немножко на сайдстепе ухожу на заднюю ногу. В таком немножко завальчике. И с этого завальчика мне выйти немножко проблематично. Второй момент. То же самое проделывает, только я делаю циркуль. Циркуль, он более агрессивный, потому что когда я делаю циркуль, я остаюсь на передней ноге. И атаковать, продолжать атаку, мне гораздо комфортнее.